Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. По поводу курсов хочу сейчас сказать. Дело в том, что сейчас я провожу курсы «Биржа для чайников», живые, и мне очень нравится, как сейчас проходит курс. Курс сейчас проходит живой, и я объясняю людям достаточно подробно, вот действительно для чайников, и это уже четвертый поток, который я провожу, и сейчас вот прямо вообще вся информация так вот по полочкам раскладывается. Курс живой сейчас вот, ну, он уже идет, стоил 5000, вот, и есть вариант заочного участия, 3000, то есть вот текущий курс, который идет, я предлагал людям по 3000 рублей, то есть люди смотрят в записи его, потому что далеко не все могут смотреть вживую. Дело в том, что живые занятия проходят понедельник, среда, суббота в 17 часов, и ну, в рабочее время получается в московском регионе, вот где московское время, поэтому ну, это не очень удобно, люди часто еще на работе. Но с другой стороны, при этом биржа работает, а я показываю все примеры на реальном терминале. И поэтому ну, самое удобное время – это для тех, кто живет в районе Урала и чуть-чуть дальше, то есть разница по времени с Москвой плюс 2, плюс 3, плюс 4 часа, вполне комфортно смотреть эти занятия вживую. А вот московский регион далеко не все могут себе позволить в 17 часов на 2 часа сесть к монитору, к компьютеру. Вот, если бы я могу перенести, скажем, для московского региона попозже, на 19 часов по Москве, но тогда не будет работать терминал, и я не смогу показывать варианты, как покупать, например, облигации на бирже, потому что торги уже будут в это время закрыты. Поэтому вот такое время. И поэтому было принято решение именно о заочной форме. Заочная форма пользуется огромной популярностью, она стоит 3000. Вот. И у меня была возможность приобрести прошедший курс ранее уже в записи. Я принял решение. Да, и есть люди, которые хотят на живой курс. То есть, которые не успели и говорят, блин, а когда следующий? И даже готовы оплатить 5000. Вот, поэтому я принял решение следующее. Смотрите, так как тот курс, который уже прошел давно, но он нравится мне несколько меньше, все-таки я, наверное, сниму через 2 недели. Я принял решение. Через 2 недели я уберу тот курс, который был прошедший в записи за 2000, я его уберу. Тот, который сейчас идет в качестве заочного, будет продаваться в записи, но уже не за 2000, а за 3000, потому что ну, он намного лучше получился. И сейчас я ну, принял решение, люди просят, говорят, еще хотим обучаться, поэтому я принял решение о том, что буду набирать людей на новый поток, который начнется ориентировочно где-то с 15 ноября. И, ну, оплата пока будет по-прежнему 5000 за живой тренинг. Но те, кто оплатит вот прямо сейчас, заранее, оплата будет стоить 4000 рублей. То есть мы учимся экономить деньги и начинаем прямо сейчас. То есть, если вы хотите записаться на живой курс и оплатите этот живой курс за 2 недели, то есть до 1 ноября включительно, если вы оплатите живой курс, то он будет стоить 4000 рублей. Ну, а если после, то уже будет 5000 рублей. Ну и вот тот, который сейчас идет, заочный так называемый, он будет по-прежнему стоить 3000 рублей. Вот. Ну а после 1 ноября живой курс будет 5000 рублей, я проведу. Ну почему 15 ноября? Потому что позже уже тяжело, он закончится где-то в середине декабря уже. Поздно будет, ну, позже нельзя, ну, а раньше я просто не смогу. Поэтому вот так, значит, предыдущий
курс в записи за 2000 будет в продаже еще в течение 2 недель, потом я его снимаю вообще. Текущий заочный станет курсом записи, и он все равно будет стоить 3000 рублей. И он доступен прямо сейчас, потому что сейчас курс уже прошел больше половины, фактически вы его будете все равно смотреть в записи. Ну и предварительная запись на живой 4000, после 1 ноября запись на живой будет стоить 5000 рублей. Ну, я надеюсь, я как бы все правильно сказал, и я надеюсь, что вот такие условия, они нормальные, мы наберем группу и будем заниматься еще раз в ноябре. В следующий раз, я не знаю, будет или нет, но, возможно, это будет где-то, ну, в районе февраля, вот, а потом... По всей вероятности, я просто перестану вести живые курсы, и они будут доступны только в записи, потому что, ну, тяжело это. Вот такое объявление. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.